Здравствуйте, друзья! Хочу показать вам сегодня мотив, который у нас в нашей местности российской встречается на каждом шагу. Речечка, яркая летняя зелень и необычное решение задачи. Для этой необычности я беру сразу очень нарядную зелень. Сухо, без разжижения краски, начинаю набирать освещенную зелень. То есть начинаю не с темного, как обычно, а начинаю с освещенного, как необычно. Идет к освещенной зелени, оставляя ее нарядность. Стволы беру коричневый, розовый. Плюс немножко черного. Разной толщины. Отражение мутно, и я для этого возьму розовую вот эту китайскую и желтую, нарядный цвет берега, тоже освещенного солнцем. Оттенков на палитре уже накопилось много, поэтому можно брать и раздавать листики. Ну, собственно, замечательная задача, чтобы потренироваться раздавать именно листья. Нарядность рыжего для солнечности. Чирк по холсту, вот таким примерно количеством краски, вы видите, вот эти чирки. Стоит освоить этот прием, он раздает множество удобно, и дополнить кистевыми прикосновениями. Ударчик, чиркающий удар по холсту. Еще немножко тонких линий. Даже если бы там их не было бы видно, их бы стоило придумать, чтобы одинаковость толщин стволов поддержать тоненькими веточками. Ну, в общем-то и все. Вот такой летний мотив.